А почему ты не голосуешь? Извините, ребят, я домой уезжаю. Ты что, дура? Здесь работа, перспектива. А в своей дыре кому ты там нужна? Маме. У меня мама болеет. Ну, как знаешь. Пропадешь ты. А с Ленькой ты хоть попрощаешься? Попрощаюсь. Ладно, удачи тебе. И тебе. Пока. Пока. Ребят, подождите. Давай, давай. Пока, ребят. Здрасте. 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 Вы не обращайте внимания, я ее просто так рисую. А Леня там. Спасибо. Пожалуйста. Что ж ты с собой делаешь-то, а? Лёнь, ну в кого ты превратился? В кого? В бомжа помойного. Ты же талантливый художник. Что ж ты свою жизнь так бездарно гробишь? Аня. Анечка. Аня, это же… Это были самые счастливые дни, когда я писал твой портрет, Аня. Господи, Лёнь, ну к чему этот пафос? Ну, называй как хочешь, Ань. А я тогда загадал, что когда я его закончу, ты выйдешь за меня замуж. Ну вот когда закончишь, тогда и поговорим. Аня. Все, хватит. Возьми себя в руки. Вот адрес. Видишь? Да. Это художественная галерея. Французские спонсоры организуют выставку молодых российских талантов. Аня, да кому я нужен со своей мазнёй? Ты талантливый. Да. Да, и не вправе зарывать свой талант. Да. У тебя приличная одежда есть? Да, да. Ой, вот. Вот еще. Ясно. Значит так, вот деньги. Купишь себе ботинки, костюм. Нет, я не возьму. И пойдешь по этому адресу, ты понял? Аня. Ань. Чего? Я тебя люблю. Господи, да не любишь ты меня. Ну как же, нет. Ну почему ты такая жестокая? Я тебя люблю, Ань. Лёнь, извини, мне надо ехать. Я еду домой. Чтоб свои эти… заморские вы свояси, да? Да. Надолго? Возможно, навсегда. Лёнь, извини, мне правда пора. Ты… Выбирайся. Аня! Ань! Аня! 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 Ну, давай быстрее, мне холодно. Ну сейчас, сейчас. Давай, давай, потом даешь. Аня! 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 плачу, я сама сейчас расплачусь. Тетя Зина, здравствуйте. Здравствуй, моя хорошая. Я знаю, как вы маме помогали. Спасибо. Да ну что, ты свои же люди. Как твое здоровье? Да все хорошо. Иногда побаливаю, но это так. Зачем же ты вернулась? Я думала, Москва, перспективы. Нет, мам, работать я буду здесь. Из-за меня? Мама. Да какая же здесь работа, девочка моя. Отдохнешь и уезжай в Москву. Да, мам, не хочу я в Москву. Мне здесь все будет в порядке. Молодец, правильно. Хорошая у тебя дочка. Ну что ты ее держишь во дворе? Пойдем. Зови в дом. Пойдем. Мама. Алло, здравствуйте. Я по поводу работы. А, уже взяли, да? Спасибо, до свидания. Антикварный салон Сокровища мира. Неплохая подделка. Нет, это подлинник. Петр Петрович, дорогой, ну мы же не станем спорить из-за какого-то серебряного колечка. Не стоит оно того. Давайте лучше вернемся к разговору о вашей коллекции. Нет, я это обсуждать не буду. Берете кольцо? Извините, можно посмотреть? Пожалуйста. Это наградной перстень СС. «Мертвая голова». Они выпускались в Мюнхене до 1944 года. Скорее всего, это подлинник. Но лучше провести структурный анализ металла. Впечатлен. А вы кто такая, девушка? Я ищу работу. Вот мой диплом. Москва. Искусствовед. Ну, считайте, что вы ее уже нашли. Поздравляю, Глеб Борисович. Наконец-то у вас появился настоящий профессионал. Петр Петрович Староверов, коллекционер. Искренне рад знакомству. Аня Бессонова. Но мы, кажется, еще не договорились о цене. Нет, я передумал. Всего хорошего. До свидания. Капризный старикашка. Прошу. А я здесь была. Да? Да. В этом особняке раньше был краеведческий музей. Да, был краеведческий музей. А до этого кожно-венерологический диспансер. Извините. Вот. Ну, в годы войны был госпиталь, а еще раньше начальная школа. А до революции этот особняк принадлежал Елизавете Милорадовой. Сюда даже сам Гиляровский в гости приезжал. А почему музей закрыли? А вы сколько раз в нем были? Один. Нас еще в школе на экскурсию водили. Ну вот, видите, а другие жители вообще ни разу не были. Пойдемте. Вот, так что потух сей очаг культуры ввиду отсутствия финансовых потоков. Вот. Ну, вас, надеюсь, учили в институте, что финансовые потоки в нашем антикварном деле – это самое главное. Так, прошу. Значит, и ломбард, и антикварный салон – это все ваше? Все наше. Это все наше. Понимаете, мы в ломбарде покупаем подделки, а в салоне продаем подлинники и раритеты. Шучу я. Шучу. Вы привыкаете, я вообще большой шутник. Вот, и Олечка как раз может подтвердить, да. Оля, это наш новый сотрудник Анна Аркадьевна. Аня. А мне что? Теперь заявление писать? Ну не надо нервничать, не надо. Не надо заявление писать. Я тебя ценю как торгового работника. Впрочем, тебе все равно, чем торговать. Или произведениями искусства, или картошкой. А вот Анна Аркадьевна, она дипломированный эксперт. Ну-ну. Вот такой у нас веселый, дружный коллектив. Ну, Анечка, вливайтесь, вливайтесь. Я пошел. Давай посмотрим. Я пошел. Я пошел. Я пошел. Неплохо. Где взял? Где взял, там уже нет. Ты не кипишуй, Борисыч. Не первый день меня знаешь. Чисто сработано. Так, а ну-ка давай, иди отсюда. Дела у меня. Борис, Ангелина Витальевна, прошу вас. Завтра. Колечки сегодня, баблосики завтра. Давай, пошел. Ты демократично работаешь, начальник. Пошел отсюда. Присаживайтесь, Ангелина Витальевна. Да. Я смотрю, ты здесь быстро обустроился, Крутов. Ну, так вот. Не успел я тебе особнячок из музейного фонда вывести. Как ты здесь скупку краденого устроил? Да что вы! Это ж бизнес! Может, примерите? Ты что, рехнулся, Крутов? А что? Я что, ворованное буду носить? Ты меня в свой малинт не записывай. Вспоминай иногда, кто ты и кто я. Да. Я всегда помню. Ангел мой, Ангелина Витальевна. Извините. Мог ли я, простой русский барыга, мечтать о дружбе с заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству? Так. Хорошо. Так. За вас и ваше светлое будущее. Я не удивлюсь, если со всеми вашими талантами мы увидим вас или в Государственной Думе, или в Совете Федерации. Ишь ты. Приятно. Ну а сам-то на какие высоты метишь? Да что вы! Какие там высоты? Рожденный ползать, летать не может. Ну да, ну да. Но хочет. Хочет. Вот хочу стать таким тихим директором аукционного дома. Правда, в Москве. Это чтобы, так сказать, иметь возможность дарить вам, госпожа сенатор, маленькие презенты. А, извините. Это что? Это от всей души. Это вот чистая добыча. Я могу даже и показать чек. Да не надо, скупки. Не надо. Со Староверовым что? А, сегодня приходил. Но с ним, как про его коллекцию заговоришь, так он как партизан становится. Молчит, хоть пытай его. Ну, значит, пытай. Вопрос надо решать. Я не люблю, когда дело затягивается. Хочу эту коллекцию. Так а зачем вам эта коллекция? Там же все только предметы религиозного культа. Ни брошек, ни сережек, ничего. Дурак ты, Крутов. Там каждый предмет сотни тысяч стоит. А все вместе миллион. Меня ж деньги интересуют, Крутов. Угу. А не эстетика. Понял. Все сделано как вы хотите. Да. Сейчас приеду. Анжелка опять. Господи, когда же она уже замуж-то выйдет? Пускай муж с ней нянчится. Вот балуете вы ее, Ангелина Витальевна. Так она никогда не повзрослеет. А вот это вот не твое дело, Крутов. У тебя детей нет? Нет. Ты всю свою любовь деньгам отдал. А у меня в жизни самое дорогое – это Анжелочка. Да пусти ты! Вас закроют, козлы пошли! Подонок! Пошли, я сказал! Ангелина Витальевна, вы же знаете, мы всегда рады Анжелочке. Ну и нас поймите, по всему же есть предел. Разбила лицо стриптизеру, а у артиста лицо – это главное. У артиста главный талант, а у стриптизера – жопа. Пусти! Покури лучше! Совсем обалдела. Свободен. Ну, прости свою маму. Ну, ты же знаешь, я хочу как лучше. Но почему ты себя так ведешь? У него спроси. Влад. Да, Ангелина Витальевна. Что случилось? Понимаете, Ангелина Витальевна, я не смог ответить на вопрос, что подарить ей на свадьбу. Почему? А потому что свадьбы не будет. Не, нормально, да? Мальчик мой, а какого же черта? Ты морочишь голову моей девочке. Ангелина Витальевна, ну вы же понимаете, никому я ничего не морочу. А такой тёще, как вы, можно только мечтать. А вот жену я себе иначе представляю. Мне показалось, или ты сейчас нахамил? Нет, извините, я не хотел хамить. Извините? Извините, да? Засунь себе свою извините, знаешь, куда? Я надеюсь, тебя хватит ума купить подарок маме. О, как скажете? Вот, семейка, подарок маме еще. Ну и что? Тебе правда так нужна эта смазливая морда? Ну я хочу. Я хочу эту скотину. Ладно. И эту проблему мы решим. Любую скотину можно загнать в тон. Мама, только попробуй с ним что-нибудь сделать. Я тебе этого никогда не прощу. Да не собираюсь я с ним ничего делать. И трогать его не собираюсь. Разве мама может сломать любимую игрушку своего ребенка? Мама, я люблю его. Ну ладно. Все будет хорошо. Мам, я же говорила, что и здесь найду хорошую работу. Какая ты у меня умница. Пусть у тебя все сложится. Все, девочка моя. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Обязательно, мам. Мы с тобой так же живем, вот увидишь, лишь бы ты была здорова. Красавица моя. Красавчик, как с картинки. Вот. О, какая красота. Можно? Так, вы думаете, эти сережки подойдут авторитетной взрослой женщине? Ну, конечно. Но вы посмотрите, они просто потрясающие. Во-первых, они старинные, и здесь настоящие бриллианты. Я бы не советовала. Почему? Они некрасивые? Да нет, знаете, говорят, что серьги князей Мещерских приносят несчастье дарителям. Александр Сергеевич Пушкин предложил померить серьги жене, и через несколько дней был убит на дуэли. Так это что, серьги князей Мещерских? Нет. Просто у них похожая легенда. Не, вы знаете, я не буду брать. Конечно. Спасибо. Я порекомендовала бы вам вот этот гарнитур. Браслет и серьги. Смотрите, как красиво. Да, я думаю, ей понравится. Я беру. Угу. Пройдемте в кассу. Да, в кассу, да. Ой, здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте, Анна Аркадьевна. Я лично к вам. Что же, я вас слушаю. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за поддержку. В прошлый раз вы мне очень помогли. Да не за что, я просто дала экспертную оценку. Я сразу понял, что вы хороший эксперт, поэтому пришел поговорить с вами. Да, Петр Петрович. Спасибо. До свидания. До свидания. Конечно, я не могу составить конкуренцию такому блестящему молодому человеку. Однако хочу дерзнуть, пригласить вас в гости. В гости? Да. Мне тоже нужна ваша помощь. Речь пойдет об одной коллекции. А вы же можете принести ее сюда? Видите ли, по некоторым причинам я не могу это сделать. Я вас очень прошу. Вот мой адрес. Ну, хорошо, ладно. Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Тоби, иди на ручки к маме. Да, кто это? Петр Петрович, здравствуйте, это Аня. Открываю. Да у вас тут настоящий музей. А я всю жизнь проработал в музее. И всю жизнь собирал старые вещи, в основном по блошиным рынкам. Ну, что скажете? Это немецкий фарфор, судя по клейму, начала 20 века. Совершенно верно. Прошу вас. А в каком музее вы работали? В Краеведческом. Да-да, в том самом, где сейчас ломбард. Но музей закрыли, меня уволили. Вот на этой славной ноте мне бы хотелось перейти к делу. Вы знаете, что такое Кали-Юга? Кали-Юга? Да, конечно, знаю. По индийскому летоисчислению, это эпоха, в которой мы живем. Она началась 9 веков назад и продлится до конца века. Совершенно верно. А вот этот сундук я нашел в старом хламе в музее. Хлам хранился еще с революции. Это и есть коллекция Кали-Юга. Вот это да! Она создана в 19 веке индийским мистиком Бхаратом. Мы живем в мире, где правит богиня Кали. Эпоха Кали-Юга последняя из 4 эпох. Богиня пришла в этот мир, чтобы уничтожить демонов, угрожающих космическому порядку. Но вкус крови опьянил ее, и теперь она не остановится, пока не разрушит мир. Кали, воплощенное зло, она же избавление от зла, ибо накопилось его в мире так много, что оно поглотит самое себя. А значит ли это, что тьма неодолима, учитель? Нет. Жизнь — это борьба добра со злом. После ночи, как бы долго она ни длилась, наступает утро. Вот моя борьба, Раджив. Много лет я работал над Кали-Югой. Каждый предмет здесь сделан из чистого золота, и в каждом заключена магическая сила. Вот пояс богини Кали из человеческих рук, символ кармы. А вот чаша, из которой богини и ее адепты пьют кровь своих жертв. А это коврик, золотой нитью для молитвы. А вот это, мой мальчик, шарф-румал, монета и кинжал. Кинжал. Оружие ее адептов-тхагов. Да, но Здесь нет самого главного, учитель. Потрясающе. Как интересно. Кинжал, кубок, шарф, монета. Это же все ритуальные предметы секты тхагов, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь. И я у вас не ошибся. Вы действительно прекрасный специалист. Но ведь Кали-Юга – это воплощенное зло. Вы верите в легенды? Я фаталист, Анечка. Чему быть, того не миновать. Опасна коллекция на самом деле или нет, можно проверить, только полностью ее собрав. А, то есть вы собрали еще не всю коллекцию? Ой, извините. Мам, что случилось? Доченька, мне что-то нехорошо. Мам, я еду, скоро буду. Петр Петрович, извините, маме нехорошо. Конечно, конечно, бегите. Мы обязательно продолжим разговор. У меня к вам одна просьба. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы как можно меньше людей знало, о чем мы с вами говорили. Особенно таких, как Крутов. Хорошо, конечно. До свидания. До свидания. Мамочка, ну что, может, в больницу? Нет-нет, уже все хорошо. Скорая была, укол сделали. Я полежу немного, а потом встану и приготовлю тебе ужин. Ну что ты? Я сама все приготовлю. А ты лежи. Сейчас. Анна Аркадьевна, дорогой мой эксперт, что получается? Вы мне всех покупателей разогнали. Разогнала я? Конечно. Это же вы рассказываете легенды о каких-то проклятых сережках. Клиент уходит, продажи падают. Скажите, а какую мне рассказать легенду вам, начисляя зарплату? Но клиент же не ушел без покупки. Я предложила ему другой вариант, он купил гарнитур. Ваши финансовые потоки не пострадали. А вы не такая наивная, как кажетесь. Хорошо. Тогда я спрошу прямо. Зачем вас приглашал к себе Староверов? О чем вы с ним говорили? О коллекции Кали-Юга? Нет, он просил проконсультировать насчет немецкого фарфора. Ну, а вы что-нибудь слышали о коллекции Кали-Юга? Да, я читала в университете. А, значит, вы наверняка знаете, что туда входит? Туда входил шарф, коврик, кубок, кинжал, пояс из человеческих рук и монета. И еще? Маска. Маска? Маска. Я узнал о коллекции, когда получил это здание, этот особняк. Ну, от бывших хозяев практически ничего здесь не осталось, никаких вещей. Все разграбили. В революцию. Вот потом здесь сделали музей, в экспозиции которого в основном было военное прошлое города. Но в кабинете хозяина висел портрет. Вот этот вот портрет. Портрета позировала владелица усадьбы Елизавета Смолина в замужестве Белорадова. А золотая маска – это ритуальная маска поклонников богини Кали. У человека эпохи Кали-Юга много лиц, и все они ложь. Вот такая надпись. Да вы садитесь, садитесь. Маска – это последний элемент коллекции. Золотую маску надевали адепты Кали при совершении человеческих жертвоприношений. Ну, они прятали под маской свои страхи, сомнения. Сомнения в том, что поступают правильно, и страхи того, что однажды сами окажутся на месте жертв. Может быть, вам виднее. При вашей любви к многозначительным легендам. Ну, а я человек деловой, приземленный. Меня интересует, не нашел ли Петр Петрович маску? Ну, я же сказала, я не знаю. Понимаете, он человек старый, держит коллекцию взаперти. А это ведь достояние человечества. Понимаете? Ее в музее надо показывать, а он спрятал и отдавать не хочет. Анна Аркадьевна, я могу быть уверен, ну, что если он вдруг соблаговолит показать коллекцию вам, но вы попытаетесь уговорить его продать ее нам. Но вы же все-таки моя служащая и должны действовать в интересах нашего антикварного салона. Да, я поговорю с ним. Вернее, постараюсь. Вот и славненько. А покупателей все-таки не надо отпугивать. Идите, работайте. Здравствуйте! Ой, вы меня помните? Конечно. А как подарок? Понравился? Да, понравился. Отлично. Огромное спасибо, хотя этой женщине трудно угодить. Позвольте, я отвезу вас. Ну, как-то неудобно. Я вас очень прошу, пожалуйста. Очень прошу, пожалуйста. Прошу, прошу. Хорошо. О, аккуратней. Спасибо. Так что вернулась сюда из-за мамы. А вы в курсе, что лучший санаторий для сердечников находится в этом городе? Да, конечно, «Морская сказка». Но я узнавала, курс лечения там стоит очень дорого, а на бюджетные места попадают только по знакомству. Значит, ваша мама попадет туда по знакомству. Вот моя визитка. Влад Бережнов, директор санатория «Морская сказка». Ого! Да, директор. И теперь мы с вами знакомы. Когда вашей маме будет удобно? Нет, вы знаете, я так не могу. Как так? По блату. А смотреть, как болеет ваша мама, и ничего не делать можете? Но я делаю, я работаю. Аня, сердце – это очень серьезно. Оставьте сомнения, здоровье родного человека дороже. И это да. Приморский, и даже не представляла, что могу попасть в такую сказку. Аня, Анечка! Ну как, Валентине Сергеевне понравился номер? Очень, спасибо. Ну и отличненько. Как, куда? Домой сейчас? Да. Ну давайте, отвезу вас. Ой, это удобно. Удобно? Удобно? Прошу. Спасибо. кажется, приехали. Может, поужинаем? А? Да мне домой надо, меня… Мама вас дома не ждет? Придумайте что-нибудь другое. А пока будешь думать, успеем поужинать, да? Опа. Прошу. Вот, прошу. Дядь Карен? Sit down, please. Так, подожди секунду, я бегом, никуда не уходи, хорошо? Дядь Карен, приветствую, дядь Карен. Амарджиба Сматона, Влад. Что хотел, дорогой? Для самой красивой девушки что-нибудь. Ну, конечно, сделай. Сделай. Иди сюда. И следующая песня прозвучит по просьбе Влада для самой красивой девушки в этом зале. Определился? Здесь очень вкусная рыбка. Я не пробовала никогда. Так, ладно, ты пока определился. А я закажу себе. Тебе уху? Нет? Нет, я первый. И на какой помойке ты нашел вот эту вот, эту самую красивую? Аня! Ань, стой! Ты чего делаешь? А ты меня больше не любишь, что ли? Отстань от меня! Аня! Да никуда ты не денешься! Играйте, играйте! Ань, подожди, Ань. Да, объясни, да, объяснить. Прости, пожалуйста, за эту идиотскую выходку. Просто Анжела по-другому не умеет решать свои проблемы. Кто она, эта Анжела? Анжела? Золотая молодежь и дочь городской чиновницы Вороновой. Хочет, чтобы я на ней женился, а я не хочу. Почему? Ну, потому что не люблю ее, вот и все. А с другими твоими девушками она ведет себя так же? Да нет других девушек-то. Ну, если ты ее боишься, конечно. С какой стати мне ее бояться? Ну, это хорошо, что ты такая смелая. Потому что я лично уже стал бояться потерять тебя. Очень хорошо. Очень. Я такая счастливая, ты не представляешь. Я представляю. Потому что я тоже очень счастлив. Как ты думаешь, у нас все будет хорошо? нас все будет хорошо. М? Я тебя люблю. И я тебя. Мам, ну как тебе здесь? Ой, как будто 10 лет сбросила, а то и все 20. А у тебя-то как, солнышко мое? Ну, хорошо, все хорошо. Что у тебя с твоим молодым человеком? Ну? Мама, он у нас дома вчера был. А ты хоть прибралась? Я еще когда говорила шторы постирать. Ночевал? Мам, ну мне уже 23 года. Да разве ж я что говорю? Мам, ты знаешь, я его так люблю, что, кажется, жить без него не смогу. Так и должно быть. По-другому разве это любовь? Мамочка. Ты знаешь, кто я? М? Да ладно, Владик же наверняка рассказывал. Меня зовут Анжела Воронова. Запомни это имя и никогда не становись у меня на дороге. Это вы стоите у меня на дороге. Разрешите, я пройду? Владик добрый. Я его с детства знаю. Он всегда всяких дворняжек домой тащил. Если вы обо мне, то он меня никуда не тащил. А в койку? По-моему, так купила маме местечко в летнем санатории. Какое право вы имеете меня оскорблять? Я Владику зла не желаю, но могу и разозлиться. Оставь его в покое. Поверь, так будет лучше и для тебя, и для него, и для твоей мамы. Мало ли, что с ним может случиться. Вы что, мне угрожаете? Видимо, Владик тебе не все рассказал. Моя мама Ангелина Витальевна Воронова, хозяйка этого города. И в директорское кресло Владик посадила тоже моя мама. Вот как посадила, так и выкинет. Понятно? Чего вы от меня хотите? Повторяю, для тупых. Ты больше никогда не приблизишься к Владу. Это понятно? Он мой. Поняла? По глазам вижу, что поняла. Анечка, вы чем-то расстроены? Я могу вам помочь? Нет-нет, это личное. Не будем об этом. Хорошо, не будем. Петр Петрович, мне неловко говорить, но мой директор Глеб Борисович Крутов попросил меня уговорить вас продать ему коллекцию Кали-Юга. Я ничего не говорила ему о нашем прошлом разговоре. Да я не удивлен. Они с Вороновой давно донимают меня этой коллекцией. С Вороновой? Да. Хозяйка города, вдова местного авторитета, покровительница Крутова. Знаете, что их останавливает? Они не знают точно, собрал я полностью коллекцию или нет. Останавливает от чего? От решительных действий, от угроз, может, от грабежа. Вы что, действительно думаете, что они будут покупать у меня эту коллекцию? Да они же бандиты, и методы у них бандитские. А зачем им нужна коллекция? Да не нужна она им. Им деньги нужны. Они ее сразу же продадут. Петр Петрович, а вы нашли золотую маску? Про маску вас тоже просил узнать Крутов? Да. Но я не собираюсь ему ничего говорить, мне просто самой интересно. Я люблю вещи с историей, не за их стоимость, а за их душу и за их судьбу. Понимаю. Я сам такой. Вот поэтому я и выбрал вас. Выбрали для чего? Для того, чтобы вы помогли мне найти золотую маску. Я чувствую, что она рядом. Только пока не дается в руки. Аня, эта коллекция стала смыслом моей жизни. Но я уже стар и боюсь, что могу не успеть ее собрать. А почему я? Почему вы не обратитесь к другим коллекционерам или своим близким? О, коллекционеры мне не помогут. Вы же знаете, что мы соперничаем друг с другом. А из близких у меня остался только один человек – Макс. Максим Игоревич Корш. Настоящий друг. С детства. Вот в юности с нами произошла классическая история. Мы полюбили одну девушку. Она выбрала Макса. И даже это нас не поссорило. Маша уже умерла. Макс тоже старик. Ему моя коллекция не нужна. А почему вы не обратитесь в государственный музей? Что бывает с музеями в этом государстве, я знаю по собственному опыту. Государство – это Воронова, чиновники, подобные ей, и их друзья, вроде Крутова. Этих бандитов интересует цена, а не ценность. Они даже не улавливают разницы между этими понятиями. Аня, в особняке, где сейчас ваш ломбард, вы видели портрет женщины с маской? Да, портрет Смолиной Милорадовой, бывшей владелицы особняка. Он висит в кабинете нашего директора. Да, а на обратной стороне портрета есть надпись. У человека много лиц, и все они ложь. А вот недавно я узнал продолжение этой цитаты. Маска скрывает не лицо, а другую маску. Аня, я уверен, что маска находится в стене под портретом. Значит, вы сами знаете, где искать. А зачем я вам? Затем, что я уже искал в этом месте, но не нашел. Очевидно, что портрет был перевешен. А найти, где он висел раньше, я не успел. У меня не было возможности. Потому что музей выбросили из особняка, а теперь там Крутов. И вход в музей для меня закрыт. Поэтому я и обратился к вам. Тем более, что я вижу, вам это интересно. Да, хорошо, я подумаю. Надо посмотреть архивы и поднять старые планы особняка. Но, Петр Петрович, собрать коллекцию значит собрать зло, если это действительно так. А разве вам не интересно проверить, можно ли доверять легендам? А? Я слышал, вы опять были у Староверова? Да. И что? Он говорил с вами о коллекции? Нет. Ну ладно. На нет и суда нет. Идите работать. Глеб Борисович, меня завтра маму из санатория выписывают. Мне нужно ее забрать. Вы не могли бы меня отпустить? Конечно. Какие проблемы? Завтра вы свободны. Ой, правда, спасибо. Аня, у вас мама болеет. Вам нельзя остаться без работы. Здравствуйте. Добрый день. Я Влад, друг Ани. Очень приятно. Да, мам, это Влад, я тебе о нем говорила. Да, и только самые хорошие. Да, хорошие, очень приятно. Что-то я до тебя дозвониться не мог. Почему не попросила отвезти вас? Ну, ты же работаешь, и мы решили взять частника, да, мам? Да, не беспокойтесь. Частника решили взять. Вы извините, мама, можно на секунду? Иди сюда. Ну? Что-то случилось? Просто я узнала, что нам лучше не встречаться. Так будет лучше для тебя. Это Анжела? Она сказала, что сделает так, что тебе будет плохо. Бред. И что ее мама лишит тебя работы. Ты думаешь, что я живу на свете с разрешения ее мамы? Нет, но она сказала, что сделает все, чтобы испортить тебе жизнь. Ну, конечно, испортит, если подсунет свою дочь. Влад, я не знаю, что мне делать. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности, но… Я люблю тебя. И я беременна. Ой, какая же ты дурочка. Дурочка моя. Ты никого не слушай. Никого не слушай. Ты самое дорогое, что мне есть в жизни. Мы всегда будем вместе. Отстань. Ну что такое? Ну что ты опять психуешь? Я думала, магазины поднимут тебе настроение. Опять с Владом поссорились? Да. Из-за чего на сей раз? Он же извинился. Мама, он себя бабу завел. Уверена? Да, ее зовут Аня. Она работает у твоего друга этого в ломбарде. У какого друга? Ну, Крутов, я не знаю, мама, откуда я знаю? Я с ней даже разговаривала, чтобы она не лезла в наши отношения с Владом. Так эта тварь даже слушать меня не стала. Уродина. А самое ужасное, что Влад, как мне кажется, влюблен в нее по-настоящему. Ты обещала, что он будет мой. Мама! До свидания. До свидания. Спасибо, что проводила нас до дома. Мне надо идти. Куда? На работу. Я отпросилась, но раз уж освободилась раньше… То можешь побыть со мной? Давай этот день вместе проведем, а ты и я, а? Соглашайся. Угу. Я согласна. Значит, со стариком она поговорить не может. А мужика у моей дочери она отбивать может. Анька? У Анжелы? Я что-то смешное сказала? Нет. Что с коллекцией? Ну, Анька сказала, что старик ей ничего не показывал. Но мнется, краснеет. Я уверен, врет. Ну, непростой старикашка. Может, нашел, но скрывает. Мне надоело ждать. Вот пусть твой Санек к нему сходит. Он у тебя надежный? Надежный. Ну, давай так, чтобы не наследил. Не беспокойтесь, Ангелина Витальевна. Но… А не торопимся мы. Может, у старика-то и вправду нет? Вот пусть Санек это и выяснит. Да. Староверов Петр Петрович? Да. ЖКХ-сервис беспокоит. Кто беспокоит? Ваша управляющая компания. У вас договор на обслуживание счетчика истек. Ну и что? Вам нужно перезаключить договор. У нас поменялись реквизиты. Жильцы вашего дома почти все с новыми договорами. Подойдите к нам с паспортом и старым договором. А когда прийти? Можете прямо сейчас? Ну, могу сейчас. Сейчас приду. Добрый день, Петр Петрович. Здрасте, Ида Афанасьевна. Вот. Ида Афанасьевна. Да? Вы у нас все знаете. Скажите, что там затеяли с переоформлением договоров? Каких договоров? По газовым счетчикам. Такую бюрократию развели поклеще, чем в Союзе. Петр Петрович, вы что-то путаете. Я ничего не путаю. Вот мне только что позвонили из ЖС, сказали, все жильцы переоформили. Ну какие все? Ну вот я жилец, а я ничего об этом не знаю. А если я не знаю, значит ничего этого нет. Вроде. Что с вами, Петр Петрович? Магнитные бури сегодня. Вы поаккуратней. Сейчас я милиции. Ты что? Ты понимаешь, урод, что наделал? Черт! Черт, 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 черт! Давай выкладывай все, что взял! И что? Вот это все? Не успел я все посмотреть. Говорю же, он вернулся быстро. Иди отсюда, идиот! Сегодня я закончил золотую маску, и труд моей жизни завершен. Работая, я много медитировал, вот что вложил в свое детище. Собранные вместе предметы Кали-Юги несут в себе великое зло для нашей эпохи. Дабы приуменьшить зло и развеять тьму, предметы необходимо разделить. Я не позволю вам это сделать, учитель. Что? Ткани убивают людей, чтобы избавить их от иллюзий. Они освобождают души, ибо демоны нашего эго живут только в телах. Сейчас время черной богини Кали, время смерти. Но и время любви. Любовь, смерть, иллюзий, сон. Ты так говоришь, потому что сам не испытал ни того, ни другого. Как давно душители переманили тебя к себе, Раджив. Много лет назад я понял красоту их учения. Я ждал, пока вы закончите работу. Я знал, что черная богиня покарает меня, но не думал, что руками любимого ученика. Поистине, у человека эпохи Кали-Юга множество лиц, и все они ложь. Свое первое убийство, великий Джамадар. Богиня Кали наградит тебя за верное служение. Собери здесь все ценное. Прими нашу жертву, черная Кали. Успокойся, успокойся, успокойся. Чё ты как баба? Сядь. Санька твоего убирать надо. Это я понял уже. Ну, молодец. А ментам надо подсунуть Аньку. Что? А менты разбираться не будут. Возьмут, кого мы им подсунем. Это самый подходящий случай. Чтобы от Аньки избавиться. Ну, допустим, избавимся. А дальше что? Я говорил, торопимся мы. И коллекцию не взяли. А сейчас на нары пойдем. Да не пойдем. А будешь скулить, за Саньком отправишься. У меня тоже коллекция имеется. Ее еще мой муж покойно собирать начал. Вот она моя золотая. Помнишь? Муж моего. Что вы спрашиваете, Ангелина Витальевна? Хозяин города был. Царство ему небесное. Помнишь хозяина? Собака. Тут не миллион. И не 10. Это никакими деньгами не измеришь. Но к следователю Лопатко я сама поеду. А вот это вот тебе. На, почитай. Тут о тебе много чего написано. Ты в моей коллекции самый крупный бриллиант. Так что сопли подбери. У нас с тобой еще много дел. Ну не бери. Не могу, а вдруг это мама? Алло? Да, Глеб Борисович. Слушай, тебя что-то... Староверов искал. Он что, звонил? Да, тебя спрашивал. Ты сходи к нему. Да, я сегодня тебя отпускаю. Можешь уже не возвращаться. Ну? Странно. Петр Петрович меня искал, а теперь трубку не берет. Влад, прости, мне надо ехать. Ладно, но когда ты станешь моей женой, то не будешь сбегать по звонку каждого мужчины, хорошо? Вот когда стану, тогда и поговорим. Сейчас пойдем на улицу. Гули. Что вы здесь делаете? А вы не знаете, где Петр Петрович? Дома должен быть. А почему он не открывает? Это его дело, открывать вам или нет. А как вы сюда попали? Я код знаю, мне Петр Петрович сказал. Может быть, он уехал? Может быть, уехал. На прошлой неделе тоже уезжал, а вам не докладывал. Да, извините. До свидания. До свидания. О! О! Приветствую! Как сам? Да ничего, нормально. Ну, отлично. Давай, спускайся. Ага, хорошо. Ну вот и дежурили. Счастливо, Олег. Все, удачи, отдыхай. Андрей Иванович. Да? Здравствуйте, Ангелина Витальевна. Кажется, дождь начинается. Вы к нам? К вам. К тебе лично. Погуляй, Саш. Слушай, Ангелина Витальевна. Ты помнишь, Андрей Иванович, как 6 лет назад в твоем кабинете во время допроса человек умер? Это был не человек, а насильник и убийца. Угу. Только доказательств у тебя против него не было. И сидеть бы тебе, Андрей Иванович, за превышение полномочий. Ангелина Витальевна, я помню, как вы мне помогли. Вот хорошо. А теперь ты мне помоги. Надо, чтобы ты лично занялся делом Анны Бессоновой. Ты меня понял? Не слышу. Понял. Молодец. Поехали, Саша. Кушай. Спасибо, мама. Анечка, я хочу с тобой поговорить. Да, мам. В жизни всякое бывает. Твой отец ушел от нас, когда тебе не было еще 2 лет. Я знаю, мам, при чем здесь это? Как это при чем? Ребеночка вырастим, если что. Ты не волнуйся. Да я не волнуюсь, мам. У нас с Владом все хорошо. Сиди, сиди, я открою. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Бессонова Анна Аркадьевна? Да, это я. Прокуратура. Следователь Лопатко. Понятые, проходим. Прошу прощения. Здрасте. Здрасте. Вот постановление на обыск. Какой обыск? Мам, это, наверное, ошибка. Скажите, а у вас точно наш адрес? Приступайте. Кольцо золотое. 585-я проба. Это мое? Обручальное? Да, это Валентинина. Да, да, это ее кольцо. Да я эту семью всю жизнь знаю. Они сроду чужого не брали. Ну, Кать, ну что молчишь, скажи. Да, да, они очень честные люди. Коробка. Это мои сапоги. Посмотрим. Черный мешок с содержимым. Это ваши вещи? Ой, нет. А чьи? Мне кажется, это… Мне это подбросили. Анечка, что же это? Я ничего не понимаю. Анна Аркадьевна, вы задержаны по подозрению в убийстве Петра Петровича Староверова. Петр Петрович умер? Вот постановление. Вы можете не свидетельствовать против себя. У вас есть адвокат? Нет, у меня. Откуда? Да что же это? За что? Мамочка, успокойся. Подождите, это, наверное, ошибка. Это какая-то страшная ошибка. Не волнуйтесь. Следствие разберется. Хозяйка, у вас сырники горят. Да сиди, сиди. Я сама. Пройдемте. Куда? Новенькая. Здравствуйте. За что сюда попала? Ни за что. Угу. Как и мы все. Сюда проходи. Здрасте. А у меня все это отобрали. У всех отбирают. А откуда ж? Обживаемся потихоньку. Ты спрашивай, если что нужно. Спасибо. А тебя попросят, ты тоже помоги. Не жадничай. Так у меня нет ничего. Кофточка у тебя красивая, модная. Глеб Борисович, прошу вас, помогите. Вы же знаете Анечку, она копейки чужой не возьмет. Да. Вы же знаете. Ну, знаете, по вашим словам, у вас ни копейку нашли. Успокойтесь, я помогу. Она не могла убить. Выпейте. Как же вы этого не понимаете? Я понимаю. Она не могла убить. Я все понимаю. Пейте водичку. Вот я... Помогу, я позвоню прямо сейчас хорошему адвокату. Хорошо. Рыбин Александр Алексеевич. Знаете такого? Слыхали, нет? Да откуда? Я никогда с судами дела не имела. Понятно. Только передайте Ане, чтобы на государственного адвоката не соглашалась. Иначе все, конец. Хорошо. Все, спасибо вам. Спасибо вам, Глеб Борисович. До сюда. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Блин. Будете, Глеб Борисович? Нет, благодарю, я зарыл. И вам не советую, Александр Алексеевич. Вы так уже однажды выпили, сели за руль и сбили прохожего. И если б не Ангелина Витальевна, сидеть бы вам сейчас за непреднамеренное убийство. Ну зачем вы мне это напоминаете? Я и так для благодетельницы все сделаю. Вы только скажите, что? Скажу. Не буду врать. Доказательства вашей вины собраны серьезные. Очень серьезные. Какие доказательства? Ну... Отпечатки пальцев на вещах в квартире убитого, а на орудии убийства их же полно. На каком орудии? Анна Аркадьевна, чтобы успешно вас защищать, я должен знать правду. Как священник на исповеди. Но мне не в чем исповедоваться. Я не знаю, о каком орудии идет речь. Извините, нервы. Ну хорошо. А фарфоровая конфетница? Да, я брала ее в руки, но я просто ее рассматривала, понимаете? Вещи, которые обнаружены у вас при обыске. Да мне их подкинули. А что еще? А еще мотивы. Вашу семью трудно назвать обеспеченной. Я думаю, у нее были материальные проблемы. Она ведь совсем недолго у меня проработала. До этого в Москве я училась. Но вот я как-то удивился, что она вдруг устроила маму в дорогой санаторий. А потом купила дорогой мобильный телефон себе. У меня такого телефона нет. Наверняка в долги влезла. Да, я знаю, что туда трудно попасть. Но мне помог Анечкин жених. Он директор санатория. Это я подарил Ане телефон. И в санаторий ее маму тоже устроил я. То есть, без вашего содействия она туда бы не попала? Какое это имеет отношение к делу? А вот проверим. Тогда и выясним, какое. Валентина, ты где? Да. Тут письмо заказное для твоей дочки. Ее сейчас дома нет. Давай я распишусь. Да, я знаю. Ну, распишись. Когда, говорят, отпустят? Не знаю. Ну, держись. Мам, ну не надо. У меня хороший адвокат. Хорошо, хорошо. Что это за кофта на тебе? А это девочки дали, моя порвалась. Я тебе вещи принесла. Вот. Сейчас. Мам, спасибо, не надо. Здесь лучше так. Тетя Зина тебе привет передавала. У нас никто не верит, что ты виновата. Спасибо. Да, чуть не забыла. Тебе письмо пришло. Из Москвы, заказное. Я его в твой стол положила, в верхний ящик. Из Москвы от кого? От Леньки, что ли? Лёнька Мороз, помнишь, я тебе рассказывала, художник? Нет, там какая-то другая фамилия. Корж или Ковш? Корж? Да, Корж. Да. Тебе же сюда его нельзя принести. Нет, сюда нельзя. Но я скоро выйду и тогда прочитаю. Вот, возьми. Возьми, дочка, возьми. Привет, Владик. Ты меня избегаешь. Скажи мне, весь этот цирк с обвинениями Ани устроила твоя мама? Моя мама не клоун. Цирк она не устраивает. Моя мама, Владик, решает проблемы, в том числе и твои. Ясно. Ты мне можешь мстить. Но то, что вы делаете с Аней, это уже за гранью. Хочешь об этом поговорить? Отлично. Поехали поговорим. Я надеюсь, ты понимаешь, что... Помочь тебе могу только я. Мне помогать не надо. Аню оставьте в покое. Тебе помогать не надо? Очень интересно. А почему ты раньше об этом не сказал? Когда мама тебя сажала в директорское кресло? Куда едем? Ко мне. Чё ревёшь? Чё ревёшь, спрашиваю? Они меня посадят. Ну посадят, отсидишь. Не ты первая, не ты последняя. Я не смогу, я не выдержу, я беременная. Ого. Ну, может, и не посадят еще. Ты не реви, ты лучше подумай, кого выбрать, судью или присяжных. Я не знаю. Послушай меня. Я думаю, что тебе присяжных лучше. Если судью подкупить можно, то присяжных всех не подкупишь. И потом они не юристы. На жалость давить можно. Ну, мама болеет, сама беременная, никого не убивала. Но это как сказать. Вон Ленку недавно за убийство из ревности присяжные судили. Тоже беременная была, так еще хуже вышла. Она мужика у бабы другой вела. А присяжные в основном одни бабы сидят. Очень они злые на разлучниц. Вот и присудили ей, что виновна. Судья спорить не стал, и пошла наша Леночка вот с такенным пузом зону топтать. Мне адвокат тоже присяжных не советует. Да кого ты слушаешь? Адвоката своего, балаболку эту. Ты ж не Ленка, ты мужика ни у кого не уводила. Опаньки. Выпьем? Скажи мне прямо, Аня попала в тюрьму из-за меня? Да. Что мне надо сделать, чтобы оставили ее в покое? Жениться на тебе? Да. А почему ты не хочешь понять, что я не люблю тебя? Зачем я тебе? Да потому что я тебя люблю, Владик. Ты как наркотик. Наркоман же. Не требует взаимности от дури. Он просто жить без нее не может. Ты знаешь, что такое ломка? М? Да нет. Откуда же тебе знать? Ты весь такой красивый. Такой правильный. А я знаю. Я знаю, что это такое, когда скручивает так, что тебе дышать больно. Мне больно без тебя, Владик. Мне больно без тебя. Мне больно без тебя, Владик. Мне больно без тебя, Владик. О, все, хватит. Владик. Анжела, поднимись. Встань, Анжела. Мне больно. Послушай ты, смазливый нищеброд, если моя маленькая, моя кровиночка, моя девочка еще хоть раз заплачет из-за тебя, я тебя уничтожу. Мама. Я до смерти не забуду, как моя дочь стояла перед тобой на коленях. Или ты сейчас же просишь у нее прощения и делаешь ей предложение, или ты просто сдохнешь. Ну? Анжела, прости меня, пожалуйста. Хорошо. А дальше справишься сам. Ну, Староверов несколько раз приходил к Ане. Зачем? Ну, я почему знаю. Посоветоваться, типа того. Анька такая скрытная. Староверов. Это наш давний клиент. Он коллекционер. Они с Аней довольно часто общались. Но детали, извините, я не знаю. Я видела ее вечером под дверью Староверова. Мне позвонил Крутов и сказал, что меня искал Петр Петрович. А кольцо? Перстень. Мертвая голова. Староверов приносил его ко мне в ломбард для оценки. Но Петр Петрович был убит днем, у меня алиби. Днем я забирала маму из санатория, а потом я была с Владом. Анечкин жених, Влад Бережнов, проводил нас до дома, а потом они с Аней пошли гулять. В тот день у меня было очень много работы. Я проводил Анну и ее маму до дома и уехал по своим делам. Больше я Анну не видел. Вот видите, Анна Аркадьевна, мотивы у вас были, а вот алиби, увы, нет. Он меня предал. Кто? Влад. Он сказал, что его там не было. А он был, он… Мы были вместе, когда убили старика. Тише там. Откуда ты знаешь? У тебя очная ставка была. Нет, мне следователь протокол допроса показывал. Мало ли, что он тебе показывал. Тут никому верить нельзя, особенно следаку. Разгалделись, клуши. На, звони своему мужику. Сейчас, ночью? Жалко разбудить маленького. Ничего, выспится. Звони, говорю. Алло. Алло, Влад? Влад, это Аня. Скажи мне, пожалуйста, только правду. Ты сказал, что мы были вместе в тот день, когда ты привез меня домой. Пожалуйста, это очень важно. От этого все зависит. Все, понимаешь? Ну, что он сказал? Ну что? Ничего. Давай еще. Да. Линочка, я заждался. Привет, привет. Боже, какая ты сегодня выразительная. Ой, ну скажи, ну почему мы так редко встречаемся? Ой, ну что делать? Что делать, Тёмочка? Дела, заботы. И сейчас у меня к тебе дело. А, ну, конечно. Мы встречаемся только тогда, когда у тебя есть ко мне какие-то дела. Ой, ну, к сожалению. Вина? Не-не-не-не-не. Благодарю. Слушай, скоро в твоем суде будет слушаться одно дело. Девицы Анны Бессоновой. Так вот, она должна исчезнуть. Спасибо вам большое. Ну что вы, Артем Михайлович, искали? Скажи мне, Сергей Сергеевич, достаточно ли у тебя собрано материала по Бессоновой для обвинительного приговора? Ну как достаточно? Есть кое-что. Но маловато оснований для обвинения в убийстве-то. Что значит кое-что? Я же тебя просил найти. Да как? Ладно. Короче, я вчера встречался с Вороновой. Кстати, тебе привет от нее. Так вот, Ангелина хочет, чтобы Анна Бессонова села. Делай, что хочешь. А я со своей стороны сделаю, что смогу. Но помоги Ангелине. И она тебя не бросит. Да я для Ангелины Витальевны и так все, что хочешь, сделаю. У нас есть единственный свидетель защиты. Все зависеть будет от того, что он скажет. Свидетель скажет то, что нужно. Здравствуйте! Здравствуйте, вы меня помните, мы с Анькой вместе работаем, то есть работали. Ну? Ну, она мне с самого начала не понравилась. Крутов ей сразу зарплату хорошую дал, больше, чем у меня. Нет, я там давно работаю. Ну, подождите, самое главное. В тот день, когда старика убили, Крутов сам ее к нему послал, сказал, что Староверов ее разыскивает. Я тут при чем? Ну как? Анька выскочка, но убить-то она не могла, вы же знаете. Можно вас? Конечно. Так, я ничего не понимаю. Да что тут непонятного? Анку кто-то подставил. А Крутов ей зачем-то наврал. Надо все это следователю рассказать. Так ну и расскажите, а от меня-то вам что надо? Ну, как? У вас же с нелюбовью и все такое. Аньку посадят ни за что, как вы не понимаете. Надо, чтобы Крутова еще раз допросили и Воронову заодно. Ну так что вы? Ну все понятно. Интересно, если бы я всего этого не слышала, ты бы мне сказал? Алло, мамуль, у тебя проблемы. Пропустите, я врач. В сторону, в сторону. Отойдите все.